Клоун Хаус представляет. Всем привет, друзья! Это снова я, Клоун Мася. И мы начинаем играть в новую игру, которая называется Чучел. Так, кстати, вот она. Вот он лежит, спит тут. Вот, это чучел. Игра прямо вот так и начинается. Вот что-то нужно сделать. Ку-ку! Ой, я на него нажал. Смешной. Не хочет просыпаться. Странно. А это кто? Будильник, может быть, нажать? Раз вот эта вот зеленая сопля не работает. О, будильник. Сейчас он проснется. Может быть, еще разок? Просыпайся. Нет. А, точно, нужно телевизор включить. Выключу. А это что? О, музыку включил. Всем нравится, все танцуют. Тапка бросил. Смешно. Так, а это что за зеленый слон? Просыпайся! Понятно, а если на будильник нажать? Нет, не работает. Так, ну что тут осталось у нас? Ну, давай нажмем вот на это. Так, что-то он какой-то злой, этот чучел. Всем достается от него. Ой, это картина. Какая-то недовольная гора. Так, здесь что? Ой-ой-ой. Чуть-чуть, чучел кто-то не съел, зубастый. Здесь, смотрите, вишенка у него. Так. О, ну теперь-то мы знаем, что чучел обожает и вишенки. Такой маленький тортик и такая большая вишенка. И, так, ой. Какие-то злые динозавры. Так, ладно. Что нам осталось? Вот еще нажать вот на это. Тоже так там получит. Ясно. Ну, у нас остается только вот дяденька, который сверху сидит. Так. Ой, он пьет, а из него выливается. Ага. А как нам сделать, чтобы... Куда он пропал? Эй! Где чучел-то? Ку-ку! Так, тут снова пьет. А, смотрите! Так, и что? И падает в коробку! Проглотил. Смешной. О, проснулся. Ну что, привет, друг. О, у тебя и вишенка есть позавтракать. Это что за монстр такой большой забрал у него вишенку? Я бы тоже так же возмущался. Ой, кажется, и его сейчас заберет. Так, куда это нас? О, а вот и вишенка. Давай, бери вишенку. Кушай на здоровье. Это кто? Вот, давай. Не получилось. Ничего себе. Пока, если тихонечко. Сейчас мы подкрадемся. Ближе, 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 еще ближе. Ой! Ой, а если в другую сторону идти, то почему-то это существо идет за мной. Мы обманули. Вот так вот обхитрили. Ха-ха, наша вишенка.
Эй! Снова забрал. Так. А! Мне кажется, я понял смысл истории про чучело. Мы будем все время пытаться... Получается, пытаемся все время заполучить вишенку. Так. Ну, так. Два варианта у нас. Бежать по дереву. И трх. О! Получилось? Что? Она приклеилась? Давай еще сильнее. И! Готово! Ну, почти. Надо было в сторону отойти. Нет, опять это существо заберет нашу вишенку. Бедный чучел. Ее не чучел, какой сильный. Чучел. Ой, что это такое интересное? Это лимон? Кажется, это реально лимон. Такой волосатый. А нет, не лимон. Это что, бассейн? Я понял, чучел, сейчас. Открывай. Наверное, надо поговорить. Пускай он сам откроет. Да, ты там забрал нашу вот эту штуку. А, нет, это не вишенка. Вот это... Я говорю, дай нам нашу вишенку. Нет, кажется, он нас не понимает. Ну, давайте тогда заберемся на него. И раз. Что, нет, никак. Может быть, поднять? Как-то вот. Так, а, вот, смотрите, давайте пускай он договорится. Договорись с этим лимоном. Да, кажется, да, я так и понял. Типа, эх, ничего не получится. Придется запрыгнуть. О, отлично. Так, дальше что? Так вот, давай, отодвигайся. О, у него еще одна крышка сверху. Оказывается, ой, это кто? Это червяк, что ли? Так, ладно. Куда еще можно нажать? Ну-ка. Что? Не получается? Ого, какие длинные руки стали. А, нет, ну-ка, если мы развернем. Не, опять не получилось. А мы можем куда-нибудь пойти? Ух ты, мы можем? Так, и что? Ага. Так, ладно, и как же нам быть дальше-то? Так, ну, значит... А, во, смотрите, появилось новое действие. Да, разверни нам знак, пожалуйста. Прокопал дырочки. Как пылесос. Так, теперь, ну, давай, например, сделаем наверх. Все, я понял, достали знак. Теперь попробуем. Вот, отлично. Теперь запрыгиваем наверх. Опа. И вот сюда. Пиу! Готово! Забирай вишенку! Да что это за друг такой, который... Ого, да у них тут целая дискотека пенная, смотрите, с мыльными шариками. Оп, наконец-то догнал. Ой. Будем говорить. О! Так. Не,
получилось. А если вот так? Оп, схватай. Не получилось опять. И вот сейчас. И подожди. Вот, надо взять тебя и бросить за вишенкой. Нет, не получилось. Ой, а куда он убежал? Все, что ли? Его больше не будет? Ага. Так, а если самому прыгнуть на эту жабу? Вот и все. Несправедливо. Съел жабу. Чучел! Будем кричать слово чучел, когда будет обо мной экране. Чучел! Help, сказала. Помогите. Привет. Ух ты, улетел на яблоки. Так, а у нас есть три варианта. Апельсинка, корочка хлеба и... Не знаю, что это. Абрикос. Так, вперед! Ого! Тут уже посложнее будет чуть-чуть. Ай! Ай-яй-яй! Да что ж такое-то? Так. А мне нравится эта игра, смотрите, какой... Ой-ой-ой, как тут пролететь-то? Ой. Давай скорее пролетаем. Так-так-так-так-так. Сверху пролети. Не успели. Готово. Ого. Так. Хорошо, что здесь проиграть нельзя. Летишь себе, ну, врезался, ничего страшного. Ой-ой-ой, это что-то наоборот уже? Так, я запутался, тут сложно. Подождите, я не могу, ребята. Тут все время на этот маленький камушек попадает. Привет, вот тут можно... Ой-ой-ой. А, слишком высоко нельзя. А я-то думал схитрить. Ну ничего, вот мы уже и... Вот мы уже и пролетели. А, ой, опять. Все, бан получил. Ай-яй-яй. Так. Готово. А здесь что? А, все понятно. Тут нужно аккуратным быть. Иначе вон эти облака сдуют нас. Так. А здесь что делать? Так, и что? А как мне преодолеть? Вот и все, и съел. А-а-а! Так, если я попадаю в этот... А, все, отлично. Ой. Засос... Какие эти... О! Уже ночь. Ничего себе, как мы долго... С вами преодолеваем препятствия. Это уже стемнело. Так, летим потихонечку. Какие облака. Я такие же, кстати, облака умею рисовать. Ой, где я уж потерял? Что такое? Мельтешит, мельтешит. Сначала потерял, где чучел. Так, смотрите, как у нас хорошо получается. Мы ни одной... Ни одного камушка не задели. О-о-о! Это что за лимончик? Ура! А, нет, не ура. Опять мы вляпались в кого-то. Чучел! Так... Смотрите, сейчас мы схватим. Ну почти. Опять не успел.
Вот они дерутся из-за вишни. Лучше бы поделили ее пополам. И каждому... О! Бомба! Это бомба! Это оказалось не вишенка! Бегите! Скорее! Ну! Вот. Я же говорил. Вот настоящая вишенка. Чучел! Смешная игра. Да я понял, не ругайся. Что ты так сразу бу-бу-бу да бу-бу-бу? Вот она, эта вишенка. Ты можешь достать. Но ничего. Ребята, как вам нравится эта игра? Мне так очень нравится. Если вам хотелось бы поиграть в эту игру еще, или посмотреть, как я в нее играю, пишите в комментариях. Мася, продолжай в нее играть. И мы обязательно увидимся в следующей серии. Ну а сегодня я говорю вам, как всегда, подписывайся на мой канал, ставь лайки. И увидимся в новой серии. Пока-пока!